На Кипре назначили выплаты ушедшим в коронавирусный отпуск. 15 марта было принято решение выделить из бюджета внушительные средства для того, чтобы работники, вынужденные уйти в отпуск или на больничный, не остались без денег. Также министры обсудили, как будут помогать малому бизнесу и частным лицам пережить непростой период. Итак, кому положены специальные социальные пособия? Одному из родителей, вынужденному взять отпуск по присмотру за детьми до 15 лет, так как школы и детские сады закрылись. Если он имеет заработную плату до 2500 евро, с первой 1000 евро он получит 60%, со второй – 40%. Родитель, воспитывающий ребенка в одиночку, получит 70% и 50% соответственно. Работающий родитель или родитель с пособием по безработице данного вспоможения не получит. Каждый, кто находится на больничном или на карантине, получит до 800 евро при предъявлении справки от лечащего врача. Студенты, обучающиеся за границей и решившие не приезжать на каникулы, получат разовую выплату в размере 750 евро. Президент пообещал, что все пособия будут выплачиваться в упрощенном режиме, чтобы не создавать ненужных очередей. Малому бизнесу, а также сектору туризма и банковского дела будет оказана дополнительная финансовая поддержка. Так, предприятия малого бизнеса, имеющие в штате 5 сотрудников или меньше и потерявшие свыше 25% прибыли, получат от государства денежную помощь. Также с целью поддержки правительство продлило срок подачи налоговых деклараций. Теперь конечный срок – это 31 мая. НДС был снижен на 2%. Важно! Правительство введет порог стоимости на маски, антисептики и другие предметы личной гигиены, чтобы избежать спекуляции на товарах первой необходимости. Кроме того, уже выделено свыше 100 тысяч евро на покупку медицинского оборудования и усиление мер безопасности. Машины скорой помощи и больницы обзаведутся всем необходимым.